На Западе все громче звучат призывы объединять усилия с Москвой в борьбе с терроризмом. Теперь о необходимости конструктивного сотрудничества в Сирии заговорил бывший глава военной разведки США. Почему оно так важно, Майкл Флинн объяснил в интервью немецкому изданию «Шпигель онлайн». Сейчас мы должны конструктивно взаимодействовать с Москвой. Россия решила послать свои военные самолеты в Сирию, и это резко изменило ситуацию. Мы больше не можем говорить о том, что Россия должна самоустраниться. Давайте будем реалистами. Этого не произойдет. Продолжив тему борьбы с Исламским государством, запрещенным в России, Флинн сказал, что США еще в 2004 году задерживали лидера этой террористической группировки, но позже его отпустили. Это отставной генерал назвал большой глупостью. Плохим решением, по его словам, являлось и вторжение в Ирак, а также вмешательство в дела Ливии, которое, как он отметил, сейчас является несостоявшимся государством.